Традиционно в этот день казаки прошли торжественным маршем по улице Красная. После парадные расчеты уже встречали на Театральной площади. Возглавил колонну взвод барабанщиков. Следом маршировали расчеты отделов кубанского войска, кадеты казачьих корпусов, пешая и конная группы почетного караула. Всего 68 коробок. С трибун казаков приветствовали губернатор края Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК, а также атаман кубанского казачьего войска. Без вольного казачьего духа Кубань иссякнет. А значит, вам нужно снова поверить в себя, поверить в свои силы, поверить в свой народ. Именно вы, казаки, должны стать для своих земляков опорой, образцом нравственности и веры, образцом безграничного служения своей родине, своему народу и великой России. Слава Кубани! Слава России! Слава кубанскому казачеству! Мы гордимся тем, что несем абсолютно все виды государственной службы, которые определил для российского казачества федеральный закон. Оберегаем покой жителей наших городов и станиц. Наша добросовестная служба совместно с сотрудниками правоохранительных органов получила самые высокие оценки на государственном уровне. На юбилейную 25-ю годовщину приехал и глава Республики Крым. Сергей Аксенов поздравил казаков и поблагодарил за помощь и поддержку крымчан. Всего же в этом году за праздничным шествием наблюдали около 16 тысяч человек.